Срочное включение, всем привет, сегодня мы играем на сервере Magic RP, IP группу ВК я оставлю в описании, чтобы вы тоже могли присоединиться. А в чем, собственно, срочное включение? Сейчас объясню. После этого ролика у меня сразу же врубается стрим, где вы можете зайти и помочь мне протестить одну очень интересную штуку. Это обновленные донаты, и если что, объясняю, как они работают. К примеру, вы закидываете от 25 до 50 рублей, после доната вокруг меня спавнится либо 5 зомби, либо меня подкидывает в воздух, либо же вовсе поджигает. Нет, может, конечно, выйти даже так, что донатер выдаст мне лук и какой-нибудь заказ на игрока. Или же вообще весь сервак будет охотиться на меня и получит за убийство какую-нибудь огромную сумму. Это все решает только тот, кто донатит. Даже если вы будете не в состоянии закинуть донат, все равно приходите на стрим, я буду вам и так рад. Но имейте в виду то, что нормальную такую часть от донатов на стриме я разыграю в своей группе ВК. Теперь можем переходить к наказанию игроков. Играл я на сервере Magic RP, IP группа будет в описании. Погнали. Танчик снимаешь? Осуждаем. Ты чё делаешь? А зачем ты ломаешь чужую квартиру? Наверное, стоит вспомнить, как делаются обыски на Dark RP. Человек берет ордер на обыск, выбивает все двери, кейпады, ФД, а также зубы тому, кого обыскивает. Последнее, конечно, опционально, но все же. Что же делает наш герой в этом выпуске? Правильно, он просто пытается взломать кейпад крягером, как обычный бандит. Но и это еще не все. Какой-то загадочный пидорас сверлит мои стены уже целый день. Но не суть, ведь в ролике дальше все будет еще интереснее. Не сломалось что-то, да? Что ты делаешь? Голову протарань себе, я говорю, отойди. И что, ты типа взрывать будешь? Ну хорошо, давай. Отлично, супер. Не, нахуя брать ордер, если все можно взять повзрывать к ебеней матери? Тем более у тебя есть такая возможность, ты купил себе C4. Зачем звать каких-нибудь еще полицейских для рейда? Зачем брать реально ордер на обыск у мэра? Зачем, если можно все взять, заминировать по карте? И вместе с этим нарушить в пачке фридамаг и фрикил. Я не знаю, к какому нарушению можно подвязать то, что он без особой причины взял и начал подрывать C4. Если есть какое-то нарушение, напишите в коммент. Ты как, адекватно Алло. Вообще? Так выглядит ответ «нет». Долбоё... Эй, долбоё... Ты адекватный, нет, свинья? Там просто был бля по жизни. Ну такое бывает с человеком. Мне кажется, вот. Подышишь. Куратор? Ха-ха. Это куратор. Нахуй ты это делаешь, ты мразота, я тебя спрашиваю. Свинья, блядь, глухая, хорошо. Тебя, стой, тебя можно тэп? Куда? А, ну я жалобу подал. Ой, Санечка, на, держи. Я жалобу подал. Здорово, меня, короче, долбоёб дамажит просто так, убивает динамитом. Короче, динамайк у вас на сервере конченый наглухо. Мне нужно, чтобы вы его взяли на разборки. Арбузер с чморянка. Ему как бы похуй, ты ему говоришь, что он делает вообще, зачем он, ну, он хуй клал, он продолжает дальше так делать. Алло, Ахтух. Рейд-анимешник. Все, ролик заруинился, пиздец. Да, можете, в принципе, уже разлетаться, ребят. Можете разлетаться. Не, разлетайтесь, все, я сейчас жалобу закрою. А зачем? Ахтух! Все, нахуй. Артур, я все понимаю, ты... Рад меня видеть и все такое. Но, блядь, это уже жалоба переходит в
Артур, это будет хуйня, ребята, не жалуй. Не, ну типа вы понимаете, он ЖБ мою принял для того, чтобы просто со мной поболтать. Не чтобы помочь, чтобы просто поболтать. И потом он мне еще минут 10 точно докучал звонками по РП-телефону, профессии брал, внезапно оказывался рядом в каких-то РП-моментах. Ну это пиздец. Не, я понимаю, он рад меня видеть и все такое, но, блять, я же жалобу подал. Ну помоги ты с челом разобраться. После этого мной было принято решение взять ситуацию в свои руки, взять админку и самому уже с ним разобраться. Здорово. Звук есть? Чё молчим? Нет, блять, нету. Так у тебя войс был, давай через него, мне потом не кайф ждать, чтобы ты писал каждый раз. Ты мне сейчас объясняешь причину убийства? Да я ищу другого человека, извини. Значит, ты мне сейчас объясняешь причину того, что ты творишь с C4, убиваешь и дамажишь людей. Смотри. Куда? Понятнее говори, чуть у тебя помехи какие-то, я не понимаю. Ты при нескольких людях за ФБИ начал пытаться взламывать дверь, потом кинул сишку в человека и взорвал намеренно. И тебе было все равно то, что человек там стоял. Затем у тебя спрашивают, нормально ли это делать, ты никакого ответа не даешь. Ты в принципе хуй забиваешь на это. И ты дальше продолжаешь дамажить сишкой. Мне такой вопрос не задавали. Микрофон свой из очка нахуй вытащи, свинота. Я тебе еще раз говорю, либо пиши в свой ебучий текстовый чат. Ты что делаешь? Чего не делаю? Я обычно играю. Обычно играешь? Да. Ну это нормально, типа, по-твоему, да? Первый раз сами рвали, второй раз. Первый раз, типа, сами взорвали, да? Ты шлемками ходишь, дамажишь, у тебя больше 5 строчек ебанутые дамага слэмками, и ты еще чела, то есть меня убил слэмкой. Причем тут другие люди взорвали, ты их раскидывал. Ты это зачем делаешь, я тебя еще раз спрашиваю. Тебе в кайф правила нарушать? Я соблюдаю правила всегда. А, ну оно и видно, да? Сегодня не очень. Ну, я говорю, оно и вид. Ты убил чела просто так, это фрикил. Ты за ФБИ играешь, это не маскировка, правильно? Смотри. Правила почитай сначала. Кило ТРД. Слышишь, вот, ну, точно не в твоей ситуации. Ты мне будешь указывать, блядь, свинья, читать правила. Ты чё, забыл, что ты сделал? Ты несколько раз людей зафридамажил. Ты чела взял, убил просто так, слэмкой. У тебя, посмотри, несколько фридамагов по разным людям. Он пятерку уверенно сделал. Там, почитай логи. Почитай логи, просто у него несколько строчек с его именем, где он слэмкой ебжит людей. Фрикил, фридамаг, нон-РП. Ну смотри, у тебя 3 нарушения правил. Фридамаг, нескольких людей был. Потом РДМ и нон-РП. Доволен? У тебя бан на час. Почему на час? Ну, потому что у тебя так время складывается за нарушение. Нон-РП, вас по максимуму. Нон-РП 10 минут, фридамаг 10 минут и РДМ 30 минут я тебе хочу впаять за то, что ты хуйню творишь. У меня есть причины меньше тебе давать срок. Ну, ты говорить будешь? Нет. Я 2 кило сделал. 2, значит 20 минут. Нарушение не стакает. Пошел нахуй отсюда. Ну, продавцом оружия попробую стать. Сейчас до меня, короче, этот чел сейчас докопается. Он мне же начал уже названивать, он меня начинает нервировать немного. Ну, вот, собственно, и он. Ну, он бегает уже за мной. Ну, чё ему надо? Мне нет желания его додосить, но он начинает просто нервировать, я не знаю, что мне делать. Он до сих пор бегает за мной, его не заебало вот самого. Смотрите, собака-поводырь. Собака-поводырь. Обратная собака-поводырь. Видите, вот куда я пойду, туда и он. Нормально?
ты долбоёб, ты что делаешь? Алло, блядь. Зачем наказывать человека, который нарушил ФРРП во время ограбления, более рациональным путем, например, как подать жалобу на него и дождаться, чтобы он сел в джайл? Зачем? Ведь можно нарушить вместе с ним правила и тоже улететь в бан. Видимо, этим руководствовался челик, который только что застрелил в общаге человека другого с двустволки. Даже если вы играете на серваке, на котором не предписаны людные места, как правило, вы можете их подвязать к нарушению правила нон-РП. Ну, примерно так. Нон-РП — это правило, которое запрещает вам действовать так, как вы не действовали бы в реальной жизни с вашей моделью поведения там ролевого персонажа. Ну, может быть так. И, соответственно, вы за бандита не пошли бы стрелять кого-нибудь в абсолютно людном месте. Общага тому самый пример, там постоянный приток людей. Вот вам небольшой экскурс по тому, как правильно подводить какие-либо нелогичные РП действия к нарушениям, если контролирующих это правил не существует. Пользуйтесь. Он мои деньги украл. Мудила. Слышишь? Ебанутый. Ебанутый. Здорово, сейчас объяснять будешь. Алло, ты слышишь меня? Да, я тебя слышу, сейчас будешь мне объяснять, в чем дело. Да я его грабил, он просто... Нет, я еще подожди, да, я пойду быстренько тягу сделаю, потому что я, наверное, этот бред не смогу на трезвую слышать. Пару секунд. Господи, ну чё, начинается КВН. Слушаю, теперь объясняй. Смотри, короче, я его в комнату закрыл и начал грабить, короче. А меня, короче, там чел отлёг, и он из-за этого свалил, и я пошел за ним догонять его и расстреливать. Так. То есть ты фактически сознался в нон-РП, да? Нет, я не сознался. В смысле ты? Ну я его грабил, а он взял, свалил. Так ты отлёгся сам. Так я его грабил. Ну, ты отвлекся сам во время ограбления, ты сам говоришь об этом. Ну, я так и сделал. Ну, ты отвлекся. Он воспользовался случаем, убежал. Небольшая пауза, я не защищаю действия того челика, потому что он все равно нарушил правила ФРРП. Я эти вопросы ему задаю для того, чтобы он путем своих объяснений уже сам понял, что он сделал что-то не так. Ты побежал в людное место, в подъезд, через всю просто общагу его расстреливать при куче свидетелей. Ты как, адекватный, нет? Так это какая общага? Я его грабил, он взял меня, убежал, я его убил. Я понял, я не тупой, что ты мне три раза это повторяешь? Думаешь, четвертый раз... Ой, смотри, четвертый раз ты мне расскажешь, я что, приму твою точку зрения? Слушай, а сколько ты с ним вообще просил, я не могу понять. 5000 я у него просил. Или ты просил больше? Сейчас да я даже... там чел, видишь, стоит? Посмотри, вон он за стенкой, вон там он прыгает. Санечку тэпну, сейчас разберемся. Да вон он прыгает, вон он, видишь? Привет, привет. Он тебя грабил, правильно? Ну да, ну грабил. Ну, мы, короче, зашли в комнату, короче, а потом... Сколько он тебя просил денег? Сколько он тебя денег просил? 5000. А, супер, молодец, не обманул. А дальше как было? Ну, короче, смотри, он меня начинает грабить, говорит 5000 на пол. Я, короче, беру, кидаю пятихатку. Они, короче, улетают в стенку, я воспользовался моментом. Ну, ты выкинул деньги, правильно? Да. То есть тебе деньги кинули, а ты чела убил. Так я не видел там никаких денег. Ты что, я их не нашел? Я не нашел. Я думал, ты... Короче, смотри, объясняй ситуацию. Ну, короче, представь, что это вот туалет какой-то там, кабинка. О, короче, я вот так стою в стене, беру, короче, поворачиваюсь. Прям в него, короче, походу деньги улетели, потом они улетели куда-то там. Он, короче, смотрел на них, я потом убирал. А у тебя демка есть то, что ты скинул деньги? Нету. А чё? И ты сейчас на серьезу утверждаешь, что ты деньги скинул? Да. И доказать ты этого не можешь. А что было? Он жалобу кинул? Нет. Но ты убежал. Все равно. У вас обоих нарушений. У тебя ФРРП, а у него нон-РП и фрикил получается. Ну а давай мы, короче, с ним договоримся как? Так. Ну, не знаю, давай мы тебе по 10. Мне? Ну и давай я ему 10, он мне 10. Зачем? В чем, сука, смысл этой сделки? Вы в ноль уйдете оба. Ты потеряешь 10 тысяч, и ты тут же их получишь обратно.
Как вы, блядь, до этого додумываетесь? Я вообще нихуя не понимаю. Короче, все, заебали. Давай я ему 10к дам, и все, и... А он тебе в ответ 10к. Охуенная у тебя идея. Не-не-не, ребят, не катит, не катит, не катит. Да все, 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 не катит. Фир РП у тебя. Да ну вот, смотри, давай я ему 10 тысяч даю и ухожу. Вот просто падаю. Да нет, господи. Все. 10 минут у тебя наказание выходит, Санечка. А у него сколько? Боже, сдал. У него немного больше, может, получится. Может, кто-то мне объяснит, я просто не понимаю, в чем смысл договариваться на разборках, платить одному, чтобы тебя не сажали. Я вам просто отвечаю, вот, честное слово, ребят, чел, который откупается на разборках, он не откроет никогда в жизни правила. Он будет также стабильно нарушать их. Не это, так другое какое-нибудь, потому что он не знает правил банально. А тот человек, которому платят за закрытие жалобы, я вообще не понимаю, как они морально самоудовлетворяются, потому что вроде бы удовольствие от того, что чела наказывают за нарушение какого-либо правила, тем более в твою сторону, намного больше, чем то, что он тебе просто дал какую-то выдуманную валюту. Те, кто так же считает, отпишитесь в комменты, посмотрим, сколько нас таких. Саша, ну ты... завел меня. Фир РП. Че, доигрался со своим дискордом? Так, и ты следующий. Готов? Да, не шо, дискордик. Дай бань уже. НРП, 10 минут. Фрикил, в принципе, не доказан, потому что у того нет доказательства того, что он давал деньги. Было бы доказательство, то, ну, можно было бы спокойно еще дать ему за фрикил. Блять, что он хочет от меня, не могу понять, он заебал мне звонить уже. Ну чё, я пойду тогда вон туда. Квартира занята. О, не занята, супер. Раз. Ага, Толя флетлайн. А как, когда тут все двери сразу покупаются. Удобненько, удобненько. Очень-очень удобно. Ну а что было дальше, вы уже и сами знаете. Я играл на сервере Magic RP, сегодня мы с вами наказывали челиков, а также донатных администраторов, которые нарушали правила. Не забывайте о том, что сейчас будет проводиться стрим, мы можем с вами там пообщаться, да и просто вы посмотрите на игру вживую.